Да, в общем, мы занимаемся анализом снимков. Вот. Мы очень любим Computer Vision, поэтому мы решили взять эту задачу из области Healthcare. Мы решили не брать уже изученные задачи с анализом снимков грудной клетки, и мы решили сконцентрироваться на анализе костей. Вот. В общем, мы хотим взять ассистирующую систему для докторов, потому что в медицине главное это не лишний раз провериться, а не пропустить нужную проверку. Поэтому мы хотим уменьшить вероятность человеческой ошибки. Но еще нам ментор рассказал один хороший кейс, как в Америке аутсорсит анализ рентгена в Индию, и это может помочь на канале рентгена. В общем, цель этого продукта была локализация переломов по изображению. И потенциальные деятели развития, анализ костей на заболевания, как такие, как артрит, и локализация трещин в костях. Хочу немножко поделиться болью, которую мы испытали, решая эту задачу. То, что мы испробовали, ну и там, собственно, исход. Сначала мы думали сфокусироваться на снимке кисти и восстанавливать поврежденную кисть и находить, как говорят, дифференс между поломанной и целой кистью. Но так как это не получилось, мы решили попробовать данные, это не получилось. В общем, мы пришли к решению, что мы будем пытаться локализировать вот эти вот участки с поломанными костями. Это поможет нам также не только локализировать кисти, но еще и другие кости. Решать задачи для других типов костей. У нас есть решение, оно работает не слишком хорошо, но мы еще планируем его улучшить, и у нас есть пара идей как, но мы не откажемся от помощи. Нас отлично нам помогали менторы. Поэтому вот, у нас сейчас не слишком большая точность, но локализация будет работать. Да, мы знаем про парня, который уже очень много лет выступает на фанат по этой теме, нам про него говорили. В общем, да. Наверное, тебе вопрос. Можете про модельку рассказать? Вы сказали, одно попробование не получилось, второе. Батарея, спасибо. Раз. Можете что-нибудь рассказать про модель, которая у вас сейчас? Какая из первых получилась и что вы дальше планируете делать? То есть, по крайней мере, какая точность у вас там? И методы какая? Точность вот сейчас, именно на этом окружении, точность была 50%. Это поставка по пенсии, да, у слосков, или что? Это интерсектор мы видим. Да, то, что мы использовали, во-первых, это были автоинформеры, но так как данных было очень мало, получалось так, что они не совсем могли точно восстановить кисть. И поэтому мы не могли сравнить это с изначальным. Так вышло. То, что сейчас мы используем, это Faster CNN. Мы размечаем сами данные, которые нашли в интернете. Сейчас у нас около 60 размеченных изображений с поломанными костями. И тренируем на них Faster CNN. Используем долгую аргументацию, потому что данных очень мало. Пока результаты довольно плохие, но мы пытаемся это улучшить. А у Фастера Сесена, он разве не есть имитация, был придуман? Ну, хотя, в принципе, для локализации тоже можно выбрать. Но для назначения, для локализации. Окей. Да, изначально мы хотели использовать синтетические данные, но потом мы попробовали, и это было не очень хорошо, поэтому мы сделали свой дата-центр, сначала очень. Не было вопроса по дискуссии, но это стоит одного дома. Это вопрос. Рекомендация насчет того, как ребята нашли. Если кто-то хочет вам помочь, приходите. Хотелось бы посоветовать, кроме той истории, которая мне говорит, что какой-то парень пару лет уже ходит и рассказывает про эту историю, как на выступлении, чтобы вы все-таки еще придумали некоторые свои. Как с помощью рентгена можно не только
если не волны, и там обидно врача, ну, возможно, там, парнибрак. Какие кости присутствуют, не присутствуют, возможно, выявление каких-то других аномалий, там, кальция, звоняем сюда и так далее. То есть больше фич для того, чтобы презентация была более интересной, чем файтинг астрофизиологии пароли. Смотрите еще на тему переломов, то есть перелом окей, то есть хотя вообще много чего может быть так. Ну, например, какое-то небольшое затемнение можно казаться на неравности или еще что-то. То есть тренируя на все подряд, вы вряд ли добьетесь хорошего результата. То есть если вы занимаетесь переломами, тренируйте на переломы. Если вы занимаетесь там раком, не знаю, там, ухудшением сустава, тренируйте на это. Выберите специалист, который выезжает. Да, ну, вы тренировались на переломы, что там, ну, будут с людей, которые потенциально могут быть использованы. Это мы тренировали просто на переломы. Я просто не знаю, что потом сетка все варианты не покроет. Так, еще возможно есть дополнение. Ну, тогда благодарим команду.